Депутат Киевсовета Сергей Крымчак вышел из СИЗО под залог. Цена вопроса 1 400 000 гривен. Об этом сообщил его адвокат. Напомню, ранее детективы НАБУ задержали Крымчака по подозрению в земельных махинациях. По версии следствия, в должности секретаря комиссии Киевсовета по земельным вопросам он организовал преступную схему завладения участками из коммунальной собственности. Стоимость лакомых угодий 3,5 миллиона гривен. 16 сентября Соломенский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.